Друзья, привет! Видео я исправил. Тот кусок, где заливаю масло в бензин, я вырезал, чтобы другие не делали ошибки, как я. Масло не надо добавлять в бензин. Я связался с техподдержкой. Меня успокоили, то, что ничего страшного не произошло. Мотор всего 5 часов отработал у меня. Поэтому сказали слить масло, заменить, бензин залить чистый и можно выходить заново на воду. Так что, друзья, всем спасибо, кто меня тыкнул носом, так сказать. Ну, теперь на своих ошибках учимся. Кто не делает ошибки, тот уже давно там он, летает где-нибудь в облаках. Вот, кстати, у меня, видите, такой балкон. Одни колеса у меня здесь. Больше ничего нету. Ну и так барахло всякое вон, детское валяется. Больше ничего на этот балкон не поместится. А вот там напротив, на третьем этаже, вот в этом окне, вот где балкон, у меня там эта девушка частенько голая ходит. Это уже другая история. Друзья, смотрите видео. Привет, друзья. Подготавливаюсь на первый выход на воду с новым мотором. Сейчас будем делать первый запуск. Разбавим масло, покажу, что под капотом у него. А пока я подготавливаю все, посмотрите распаковочку. Дома распаковывал мотор. Друзья, хорошая новость. У меня новый мотор. Сейчас будем делать распаковочку. Покажу вам, что в маленькой коробке. И посмотрим, какая комплектация этого мотора. Ну и, конечно, какой мотор я приобрел. Первую вскроем маленькую коробку. Покажу вам, что еще сразу взял. А взял я себе сразу масло. Вот такое масло. Это у нас, чтобы бензин разбавлять, масло для 4-тактного мотора. А это уже, чтобы делать этот, как его, техобслуживание для трансмиссии. Так, это убираем. Вы уже поняли, да, по названию. Мотор будет Merlin. Почему делаю распаковку дома? Ну, потому что я эту коробку просто в машину себе не запихаю. Только мотор. Сейчас мы ее дома распакуем, загрузим в машину и будем уже первый запуск делать. Первое, что мы видим, когда вскрываем мотор, ручка лежит здесь. Сейчас посмотрим, запасная или это просто нужно одевать. Здесь идет, видать, запасная веревка и ключи. Свечной ключ и отверточка. Вот, кстати, мне нравится, что свечной ключ вот таким образом сделан. В Хайде у меня был вот так сразу приварен к нему. И ложить вообще неудобно было в сумочку. Так, и в пакете еще вот прокладки. Видать, для замены масла, когда запасные. Так, это убираем в сторонку пока. Так, ну что? Посмотрим, что под занавесой. Вот он, красавец. Вот он, красавец, друзья. Винт железный. Ну, он алюминиевый, я читал. Так, давайте сейчас я его высуну оттуда. Так, кстати, здесь на коробке вот висит у нас инструкция. Почему-то сбоку приклеена, а не внутри. Вот
Вот она инструкция, поизучаем. Да, это лежала ручка отдельно, ее, значит, одевать надо. Здесь же сразу одета чека у нас в комплекте. Так, ну вот такой красавец, друзья. Бака у него в комплекте нету, надо будет мне бак отдельно брать, потому что с внутренним баком не накатаешься. Смотрите, смазки прям достаточно везде. Прям вот слоем смазка лежит. Обмазана. Ну еще все проверим, конечно. Вскроем, посмотрим, что внутри. Ну вот, друзья. Такой у меня мотор теперь будет. Доволен? Пошлите на воду. Первый запуск сделаем. Давайте посмотрим, что под капотом, и заодно зальем масло ему. Знаете, все чистенько, ровненько. Не знаю, мне все так нравится, когда новое. Шикарно выглядит. Здесь даже смазка вон тоже. Здесь стоит сразу счетчик моточасов. Удобно. Будет посмотреть, ну, то есть, когда техобслуживание делать моторы, будем знать. Сюда сейчас зальем масло. Бак, я купил внешний бак, сейчас тоже масло разбавим. Ну, вот он такой вот весь чистенький. Мне понравилось то, что сразу стоит счетчик моточасов. Очень хорошо даже. Ну, вот он, смотрите, красавец новенький. Ну, новая техника, вся красивая. Взял я вот такой бак себе на 12 литров. Грушу сразу, переходник, все взял со шлангом. Сделал вороночку. Прям в самый раз горлышко лезет туда. От бутылки пол-литровой с минералкой. В машине валялось, надо же бы. Удачно как. Так, ну все. Так, туда должно влазить пол-литра. Банка литровая у меня, поэтому сейчас зальем пол-литра и будем щупом проверять. Друзья, сразу поставил на вторую отметку, стояла на первой, слишком близко стояла. Вот таким образом сейчас мотор стоит. Ну не знаю, посмотрим, если вдруг будет что-то не так, то будем регулировать дальше. Так, здесь идет щуп, нижняя минимум. Верхнее максимум. Посередине прям. Пол-литра залил. И прям посередине. Думаю, сейчас до максимума чуть-чуть добью. Сейчас буду спускать, загружать лодку. И будем делать первый запуск мотора. Друзья, вот так у меня холодильник встает прям под сиденье. Выдвинул. Хотя, наверное, надо в ту сторону окошком. И прям сразу в окошко, если что, закидывать буду. О, и сразу рыбу в окошко буду швырять. Все, пошлите на воду. Так, ну что, друзья, подключаем шланг. Так, краник надо туда, вовнутрь. Это будет питание от внешнего бака. Открываем воздухан и работаем грушей. Сейчас немного отойду, а то течение несет на людей. Там рыбачат фидеристы. Мы сейчас вон туда отойдем чуть-чуть. Так, ну все, груша уже вплотную качает. Думаю, можно пробовать. Чека у нас стоит. Воздух выдергиваем на всю. Так, газульку на минимум. Ставим нейтраль. Ну, первый запуск, друзья. Со второго.
со второго рычага, даже не дергая. Воздух наполовину затвинул, 5 минут сейчас потарахтит, и воздух уже совсем уберу. Потом минут 30 он у меня будет на холостом работать. Ходить пока не буду. Масло побегает, посмотрим. Потом выключу через 30 минут, проверю масло, как там уровень, посмотрю под капотом, чисто ли все. Ну а пока он тарахтит, друзья, я буду рыбачить, но это другое уже видео. Подписывайтесь на канал. Вот такой первый запуск у нас произошел. Мотор работает как часы, сами слышите. Я счастлив. Всем здоровья. Пока.